Всем привет! Сегодня на обзоре будет вот такой SSD-диск ADATA XPG SX6000 Pro типа размера 2280. Внутри сам SSD-диск и радиатор. Сам SSD-диск очень маленький, ну как собственно и все SSD-диски данного формата. Для сравнения, вот спичный коробок выглядит просто гигантским. Ну, с другой стороны, ничего толком, только серийный номер. Мне немного повезло, у меня есть болтик на самой материнке. У некоторых его не бывает. Ну, он прям в центре кадра. После того, как включили компьютер, желательно проверить подключенный диск, потому что он не отформатирован, у вас никак не определится. Для этого запустим управление компьютером, выберем управление дисками. И здесь у вас должен появиться нераспределенный диск. Ну, вот, собственно, он и есть. Тут вы можете либо его отформатировать путем создания тома, либо займемся клонированием диска, собственно, для чего мы его и купили, потому что основного уже не хватает. Берем автоматический исходный диск, у нас получается вот этот тоже адатовский. Целевой диск будет, естественно, основой. Приступаем. На всякий случай сделаю тест на скорость включения. Сейчас у меня старая SSD-ха SATA-вская. Раз, два, три. Все, загрузился. И напоследок запустим Crystal Disk Mark на 8 гигов. Посмотрим, какие результаты получим. Ну вот и мы получили результат. Как мы видим, значения весьма и весьма приличные. Скорость загрузки очень хорошая. Как видите, имеет смысл даже переходить с SATA дисков на NVM Express. Это дает очень приличную скорость подгрузки. Надеюсь, это видео кому-то будет полезно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.